В рамках молодежного чемпионата страны УГМК «Юниор» принимала на своей родной площадке Верхней Пышме Ивановскую «Энергию-2». С одной стороны, вроде бы обычные встречи, в которых при любом раскладе надо показывать красивый баскетбол и, разумеется, побеждать. А вот если посмотреть на эти матчи с другого ракурса, то можно обнаружить интересную уникальность текущего момента. В первом поединке выступал, так сказать, костяк фарм-коллектива. Комарова, Левинская, Точилова, Сыч, а во втором В рамках молодежного чемпионата страны УГМК «Юниор» принимала на своей родной площадке Верхней Пышме Ивановскую «Энергию». Младшая сестра Полины Завьяловой. За два матча девушка принесла команде 20 очков и 15 подборов. Вот так. Я думаю, что игроки устали, и наши соперники, и мы их перебегали, и за счет этого набрали больше очков. И что самое интересное и, опять же, уникальное, сестра Виктории Полина стала самым результативным игроком по итогам двух встреч. Сначала 13 очков, 4 передачи, 2 перехвата и 2 подбора. А затем 18 очков, 8 подборов и с перехватами и передачами вы тоже видите, как обстоят дела. В окончательном варианте первый матч завершился со счетом 76-46, а второй 77-62. И все, естественно, в пользу УГМК «Юниор». Мы из 4 домашних игр выиграли 4 игры, причем, можно сказать, что все 4 игры достаточно уверенно, с большим запасом прочности, поэтому старт удался. А останавливаться на достигнутом, разумеется, никто не собирается. Да и как по-другому, если впереди серьезные испытания выездной серии? Мы играем с командой Видного. Это очень непростой соперник. Там много молодых девочек, но очень талантливых. После Видного мы едем в Оренбург. Тоже команда растет уже на протяжении 3 лет. Очень высокая команда. В общем, очень сильная передняя линия, и нам там тоже будет очень непросто. Выезд нас ожидает, что надо. Кстати, с молодежной Спартой НК Артемида Рустама Абдулина играет уже сегодня, 30 октября, а потом и завтра, 31-го. Удачи вам, девчонки! Как уже было сказано выше, в рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Олафа Ланге играли в Казани с «Казаночкой». По регламенту турнира легионеры на площадку не выходили. Но это глобально не повлияло на суть происходящего. Сплав опыта и молодости девушек в оранжевом сделал свое дело. УГМК держала победу в первых 3 четвертях, и только заключительная 10-минутка завершилась в ничью. Общий итог 61-44. В следующем раунде соревнований УГМК сыграет с Новосибирским «Динамо» ГУВД. Очередной тур российской премьер-лиги команда УГМК проводила также на выезде, но только в городе Иваново. Сенсации, конечно, никто не ждал. Тем не менее, местная энергия оказала лисицам достойное сопротивление. Правда, лишь в первой половине. Ну, а далее все по привычной схеме. Уверенность в атаке и надежность в обороне. Да и уральский десант очень здорово помогал.
Теперь о технической стороне вопроса. Груда, Торренс и Анойкина набрали на троих 61 очко. 26, 24 и 11 соответственно и согласно списка. Практически всем игрокам, попавшим в заявку на игру, маэстро Олов позволил выйти на паркет. За происходящим на площадке со скамейки наблюдала только Степанова, которая пока не восстановилась после травмы. А так 82-54 и лисицы поехали домой. Ближайшую встречу у ГМК проведет 2 ноября в Верхней Пышме. Зал Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге в этот день будет переоборудован для международного протура по настольному теннису. Так что обязательно приезжайте и поддержите любимую команду. До встречи!